18 февраля, озеро Лебяжье, широкая Масленица. Добро пожаловать. Впрочем, наверное, надо сегодня говорить не озеро Лебяжье, а Лебяжьи озера. Мы вам рассказывали о том, какая масштабная программа проходила здесь в прошлом году при руководстве группы компании «ТАИФ». Все эти озера были значительно расширены, их стало намного больше, вся территория стала намного больше. Ну а весну именно здесь, в этом месте, на Лебяжьих озерах, ждут, наверное, так, как нигде не ждут. Именно весной, уже совсем скоро, здесь пройдет еще одна большая стройка, и все это место превратится в самое, наверное, живописное, самое, наверное, разнообразное и интересное общественное пространство для города Казани. С Нового года прошло уже достаточно много времени, люди, конечно, соскучились вот по таким праздникам, по таким массовым гуляниям. Их здесь сегодня, как видите, вполне достаточно уже с самого утра. Погода замечательная, погода почти весенняя, впрочем, она уже почти 3 месяца как весенняя. Я смотрю, вы очень творчески к делу подошли. У вас тут блины самых разных и даже с начинками тоже, по-моему, есть, да? Обязательно. Начинка с вареньем, джемом, со сметаной, со сгущенкой. Любой выбор. С икрой. Все свежо, все вкусно. С пылу жару. У вас такие блины красивые. Неужели сами пекли? Конечно. Умеете? Конечно. Всю ночь пекли. Втроем, да. Готовились к празднику. Мне кажется, ничего сложного нет, а я вот не смогу, наверное, никогда. Нет, сможете. Маму, бабушки научили. Бабушки. Бабушки. Прабабушки. Вкусные? Вкусные, очень вкусные. Собирают. Да. С праздником. Вас тоже. Вот, давайте. Без блинов-то какая масленица? Да, это, без блинов никакой масленицы. Это... Первым делом уже вот взяли. Да, первым делом. Мы первый раз, честно говоря, за столько лет первый раз выбрались на масленицу. Живем в Казани столько времени и первый раз вот ради внучки так уж, чтобы показать ей все. Мы давно блинов не ели, мы блинов все захотели. Здесь сегодня столько различных персонажей можно встретить. Вы, я так полагаю, видимо, скоморох, да? Правильно, скоморох. Веселим народ. Самое главное, веселье. Сегодня масленица. Блинчики всем на угощение. Собираемся, самое главное. Большой хоровод делаем. И всем веселого настроения. Очень весело, погода отличная. Наверное, ни один такой праздник не пропускаете, да? Ну, не всегда, но большинство хожу на такие праздники. Поднимает настроение. Вы знаете, здесь, что удивительно, да, но это не удивительно, конечно. Здесь все люди сегодня солнечные, прям под стать празднику. Абсолютно верно. Совершенно с вами согласна. Потому что такое мероприятие, которое объединяет всех и радует, и собирает таких малышей. Мне нравится. Очень, скажи, очень. Наверное, это немного странно нам с вами сегодня заниматься проводами того, что у нас не очень-то было этой зимой. Зимы в таком исконном понимании, российском этого слова, ну, было немного у нас с вами, надо признаться. Но не это главное. Главное, что живы вот эти традиции, что живы они тысячелетиями, что мы помним о них, знаем о них. И что масленица наша все такая же широкая, какова и наша российская душа. И, кстати, простите нас, если что, сегодня все-таки еще и прощенное воскресенье. Михаил Любимов и Хамид Шамсеев, 7 дней, Лебяжьи озера, Масленица.